Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров подписал соглашение с исламским благотворительным фондом «Ярдем». Документ подписан в присутствии проректоров КФУ и предполагает начало совместной работы по организации курсов дополнительной подготовки воспитанникам фонда. Мы будем проводить переподготовку специалистов, которые востребованы, значит, и фондом. И третий момент – это наши студенты социально-педагогического блока смогут проходить практику и, наверное, могут работать с позволения руководства фонда в качестве волонтеров. И, может быть, из них тоже получатся люди, которые со временем создадут эти фонды и будут оказывать содействие. В рамках соглашения будут созданы дистанционные образовательные программы для подготовки специалистов в различных сферах деятельности и курса повышения квалификации. Люди, которые проходят у нас реабилитацию, у них появилась возможность получить дополнительное образование высшее, либо повысить свою квалификацию. И также я хочу вас пригласить посетить наш фонд. У нас до 30 июля проходит реабилитация для слепых. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.